как можно убрать мерцание или пульсацию на светодиодном прожекторе. Обычно прожекторы, у которых уже нет пульсации или мерцания, они стоят дороже. Вот этот дешевый прожектор светодиодный на 20 ватт стоил он рублей 500. Но у него недостаток, он сильно мерцает. При таком свете, если долго находиться, устают глаза, начинает болеть голова. Но вообще это не очень хорошо, когда долго находиться при таком свете. И если видео тоже снимаешь, то особо толком ничего не снимешь. Вот видео будет такое все с такими полосами. В интернете есть разные варианты, как можно это исправить. Предлагаются разные вычисления. Как можно подключить, как можно, какую схему можно сделать при помощи транзисторов, резисторов. Но для меня это показалось сложным. Я нашел более простой вариант. У меня была такая лампочка, она сгорела, светодиодная. Фирма Экола была, но я думаю, могут быть разные фирмы. Лампочки без пульсации. Я ее расковырял, отверткой снял. Вот это все тут несложно, это все делается. Ну и вытащил то, что было внутри. Ну, сгоревшие тут светодиоды уже. Ее точно нельзя использовать. И вытащил из лампочки вот эту плату. Чтобы ее вытащить, нужно отпаять два контакта здесь на ней. И это все легко убирается. И вот на этой плате уже есть все, что нужно для того, чтобы подключить прожектор и чтобы убрать эту пульсацию. Сюда, к этим двум контактам, я подключаю питание от розетки. А здесь вот немножко сложно, но нужно припаять к этим дорожкам, нужно припаять выход на уже сам прожектор. В итоге спаял провода, припаял к плате. Немножко сложновато было припаивать. Пришлось просверлить плату, чтобы туда провод воткнуть и припаять его, чтобы он лучше держался и не отваливался. Временно подсоединил провода, и сейчас проверю, как работает прожектор, как он светит. Включаем, видим, что никакого мерцания нету. Значит, схема работает. Если считаете, что можно сделать по-другому или что-то неправильно здесь сделал, пишите в комментариях, ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой канал.